Заседание начали с благодарности коммунальщикам за хорошую работу по очистке города от снега. За вашу оперативность хочу вам всем лично здесь на Брашке сказать большое спасибо. И с такой просьбой к вам обращаюсь. У вас включили много личного состава. Если, скажем, есть такая необходимость, чтобы глава города лично отблагодарил, грамотой, благодарственным письмом, еще что-то. Поэтому просьба такая, подайте, пожалуйста, списки. Отметить благодарностью решили простых работников снегоуборочной техники, а также те организации, которые не остались в стороне и помогли городу справиться с последствиями сильного снегопада. Хотел бы также поблагодарить всех управляющих организаций, те, которые дополнительную технику привлекли, то есть, будь то арендованную, где-то еще находили. То есть отдельно хотелось поблагодарить ресурсоснабжающие организации, такие как МУП-Гортепло, Водоканал, Газпром. Те, которые предоставили свою технику на очистку тротуаров и остальных территорий города Димитровграда. Руководители муниципалитета попросили коммунальщиков не расслабляться. Впереди оттепель, а значит, большая вероятность схода снега с крыш. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.